Как Виталий Сундакова говорит, кукуруза – это запретная тема. Откуда она взялась? Самосевом кукуруза не сеется. Ее надо собрать. Она не должна в землю упасть, закиснуть и протухнуть. Ее надо собрать, высушить и оставить на следующий урожай. Но если вам нравится, что ее привезли, эту кукурузу, из какой-нибудь Марсы. Кстати, по поводу Марса и книги офицеров. Там надо заменить планеты на соты. И тогда станет понятно. Потому что там пишут, на Венере живут любители поесть друг друга. Они даже могут собственных детей есть. А вот на Марсе живут культурные люди. Вообще там в книге офицеров описывается белогвардейских офицеров, или как правильно, царских офицеров. Не планеты, а соседние ячейки. Соты. Сота есть у бегемота. Что-то есть у бегемота. Что-то есть у бегемота, что-то есть у бегемота, что-то есть у бегемота. Слав, могу вам задать вопрос? Да, пожалуйста. Там можно на ты, Кирилл. Так будет удобно. Добро. Чё ж, Кирилл, ты так долго был тут с нами, что ли? Ну, зато конечно. Какой доклад я сделал. Нифига себе, я думал, что только мы только сумасшедшие не спим по ночам. Да я что же, я все интересно, вот, несмотря на то, что хочется спать, хочется все-таки дослушать. Вот. А у меня не совсем... У меня, может быть, я не все еще прослушал, что было опубликовано тобой. Все-таки соты, они объединяются в один комплекс. Он какой формы в твоем восприятии? Шар. Вернее, не шар, но такой Наполеон получается. Мне для восприятия в свое время было понятнее описание сравнения с тортом Наполеон, что он такой многослойный, может быть, не прямоугольный, но вот такой вот. То был вопрос, как Земля выглядит. Сейчас я все-таки найду этот скриншот. Многие видели, у меня ролик называется «Наша Земля 14 слоев». И там вот в Ведах подробно расписывается вот этот торт Наполеон, за который мы говорили. Сейчас я попробую его найти. Ну так а что, понимаешь, когда мы находимся внутри этого всего мира, нам маленьким козявкам оно, в принципе, это... Все равно, в Наполеоне мы живем или в Бонапарте, мы же все равно это настолько мелкие. Я же говорю, кому что нравится, кому нравится пчелиный улей, мы, ну, будем пчелиным улей жить. Структура мира от этого не изменится так. А хорошо, а дальше что тогда? То есть там плотная в междумире такая субстанция, которую преодолевать приходится в таком, в анабиозе, правильно я понимаю? Ну, если из нашего верхнего мира подняться и полететь в миры Сварги, 40 миллиардов миль, это я не с потолка взял, это все можно в Ведах найти. Можно только в анабиозе. Ну и не обязательно в анабиозе, есть это, как они называются, гидроскелеты, или как правильно, это можно просто в такого, сущность может в терминатора залезть и спокойно в ней шариться. Что упоминалось, для путешествия между мирами требовались... Там специальные были вайтманы, вайтманы. Не, если по нашему периметру, для этого не обязательно такие заморочки. Да. Я имею в виду на более длительное расстояние. Если вверх и вниз, то конечно, 40 миллиардов миль. Что, тело и там для управления нужно было развить уже свои девоконические тела, так называемые, или как они там называются. Мне неизвестны примеры в моих знаниях пока, как из этих миров в верхний попадали. Я знаю, как из верхних в нижние попадали люди, которые жили по 300 миллионов лет. Я сейчас ищу специально скриншот, кстати, это космос показывает, тот самый настоящий космос. Вот, в центре, к примеру. А это по твоей версии, Слава? Вот да, я видел такое. То, что говорят, день и ночь Сварага, и сейчас типа наступает рассвет, утро Сварага. Ну вот, по твоей версии, как бы это что-то... Он уже наступил. Ну да, но вот по Славиной версии это что тогда? Да я уже озвучил миллион раз и повторю. Это просто нас
О, нашел это. Просто нас 200-300 лет назад бактериологическим оружием, как пчел, знаете, вот когда эти... Это я типа, помню, это я слышал, это ты про ночь, Сварога, говоришь, а про утро? Ну, есть ли сейчас утро, что рассвет, что пробуждаются? Пока про него не знаю. Давайте быстро пробежимся. Значит, это Земля в разрезе. Наша гигантская планета. Ну, кто хочет почитать, какой... Во-первых, не забывайте, что она растет постоянно. Вот мне известно пока 14 слоев. То есть в начале лета вы видите пчелы дикие, сделали маленький такой улей, да? А потом к концу лета вы увидели там где-то у себя в углу дома уже такую большую шапку. Поэтому наша планета, она тоже растет. Так, смотрите, вот она, как бы вид ее из космоса, ну, грубо говоря, схематически. Вот она. А это внутри показано в разрезе. Вы можете смотреть либо сверху, как на дерево, когда дерево спилили и кольца идут, если вам удобнее сверху смотреть. Вы можете смотреть сбоку, как на торт Наполеона. Так вот, мы находимся посередине. Значит, те, которые могут выйти в настоящий открытый космос, это называется Сатья-лока, локация. Там люди живут 15 триллионов 480 миллионов лет. Потом идет Джана-лока, Тапа-лока, Махара-лока, там люди уже живут поменьше, 4 миллиарда лет и 200 миллионов. И миры Сварги. Тут уже полубоги, они всего лишь 300 миллионов лет живут. Наши предки это называли миры богов, прави и слави. По заблуждению многие современные толмачи, не зная сотого мироустройства, нам миры прави и слави подают немножко в другой парадигме. Не в той, к которой мы привыкли. Ниже уже к центру яблока этого огромного, яблока разрезанного, уже идут миры земного типа. Они называли наши предки их явь. Хурлока, где мы находимся, Аталалока, Виталалока, Суталалока. А в центре уже этого огромного яблока находятся пекельные миры. Расалока, Паталока, Курлока. Значит, смотрите, в тех демонических мирах живут это локации с змееподобными существами или какие-нибудь демоны или колдуны. Значит, тот мир, который вот наш завоевали, это там правит Шива низкими демоническими существами. Вот Шива как раз-то и проник с Аталы Локи Бухар-Локу, где мы находимся, значительно позже того, как наши предки с миров Сварги прилетели. Про капитана Сварга можно почитать в книге сказки «Птицы Гамаюн» или песни «Птицы Гамаюн», там подробно описывается. Впервые, как Сварг прилетел, я рассказывал, что я впервые в детском саде, нам учительница, это мне было 5 лет, она нам читала эту сказку про уточку. Я впервые эту сказку услышал в 5 лет. Значит, локации земного типа. Вот приблизительно вот так вот. Земля в разрезе, это гигантская, но это не означает, что вот ее, она остается, тут 14 уровней, что не добавились еще уровни, потому что знания древние, за тот момент, пока они до нас дошли, за время пути, как говорит Владимир, собачка могла подрасти. Сколько нас в эфире-то осталось тут? Почти 60 человек, приветствуем вас на Котлеру ФМ.